Ну, Рами, зачем ты здесь? Я всегда любил истории. Герои открывают новые миры. Истории, они живые. Если ты туда пойдешь, нужен правильный настрой. Этого места не существует. Уверен? Я знаю, что могу стать лучше. Ты делишь все на проклятие и милость Божью, но разницы нет. Я на своем месте. Это пугает, но оно того стоит. Мистер Мейсон, едва ли вам можно поручить это дело. Я думала, что знаю, как устроен мир. Но я ошибалась. Запомните самый важный урок. Выкладывайтесь на все 100. Мне не нужен мир. Кто-то охотится на наших свидетелей. Мир немного барахлит. И что нам теперь делать? Просто проснитесь. А самое странное еще впереди. А теперь сядь и погаси везде свет.